Друзья, ну я хочу вам показать одну из таких вот как бы особенностей Африки, Кении, которая здесь растет, это колибаса. Это вот, ну, наверное, надо назвать это фруктом или плодом, по крайней мере, но он огромных размеров и очень тяжелый. И вот он растет на таких вот прям тонких-тонких ветках и вот свисает вниз. И вот он, этот зеленый плод, вот спелый, готовый, вот он, когда становится, он становится коричневым, и он внутри сухой тогда. И они просто срезают его, чем-то острым вычищают, и из него пьют молоко или воду. В общем, используют его в хозяйстве. То есть вот такая вот особенность у этого растения. Здесь, в Кении, на горе Элгон, куда мы вас всех приглашаем. Ну, а это появляются люди, с которыми мы только недавно познакомились. Это пастор церкви. Пастор церкви местной, пастор, да, церкви, его да, дети. Мы жили в этой церкви, проповедовали. Это было очень замечательное время.